Год назад под руководством Владимира Романовича Олегна мы приступили к работе над новой книгой о волейболе. И наш раздел оказался довольно непростым – информационные технологии. Мы были первыми, кто решился собрать и структуризировать большинство материалов по этому вопросу. Но в рамках одного печатного издания довольно непросто продемонстрировать все возможности современных цифровых технологий. Поэтому мы решились на создание комплексного образовательного курса. Этот курс удачно дополняет и сочетается с нашей темой в этой книге. Основная мысль курса – продемонстрировать тренерам максимальные возможности использования IT-технологий в их повседневной работе, в тренировочном, в подготовительном и в игровом процессах. У нас не стояла задача научить слушателей пользоваться конкретными программами. Для этого достаточно почитать документацию. Наша задача – продемонстрировать опробованное решение реальных задач. В основе курса многолетний опыт авторов в использовании IT-технологий на самом высоком уровне, от любительского до наивысочайшего. Все методы опробованы неоднократно, но также мы демонстрируем и самые современные ноу-хау, которые только начинают использоваться в волейболе. Один совет по курсу – не чурайтесь ставить на паузу, перематывать и слушать заново. Информация довольно концентрированная, особенно ближе к большим серьезным темам. Лишнего нет ничего. Мы рекомендуем брать одну тему в неделю, чтобы ее освоить и прояснить все сомнительные моменты. После освоения курса вы будете смотреть на волейбол другими глазами. Собранная нами информация поможет вам как в регулярных тренировках, так и в победе в самых сложных соревнованиях. Удачи вам!